перед всем, сейчас на обзоре заведения Red Fox в Красной Поляне. Попробую козленка, морского ежа и поделюсь своим мнением с вами. Погнали! Вот такое меню. Довольно разнообразное. Начнем с морского ежа. Стоил он 500 рублей. Сверху какой-то соус. Что-то напоминает уксус, но более интересно. Давайте заценим по вкусу. Вкус ни на что не похожий. Напоминает икру какую-нибудь морскую. В принципе, на икру не похож, но чувствуется, что икра морепродукта. По вкусу 8 из 10. Брускетта с лисичками, с тачителлой. Называется мини-брускетта. Размер на один укус стоили 670 рублей. Это, мне кажется, редиска. Сыр имеет более яркий вкус и перебивает вкус самой брускетты. Хлеб бриош по вкусу мне не очень понравился. Как будто съел бутерброд с маслом. По вкусу 2 из 10. Зеленый суп со спаржи и шпината и сыра с тачателло. Стоил он 750 рублей. Дали вот такой фарточек, чтобы не доляпался. Давайте заценим его по вкусу. Вкусно необычный суп с какими-то семечками. По вкусу 9 из 10. В качестве комплимента нам дали хлеб с маслом. Хлеб необычный, гречишный, пекут они сами. Принесли еще теплым, давайте его заценим по вкусу. Хлеб имеет более плотную текстуру, отличается от обычного хлеба, который я ел ранее, пшеничным. Мне понравился. По вкусу 8 из 10. Также дали вот такой вот сорбет для того, чтобы перебить вкус. Просто и вкусно. Кстати, реально вкус перебило. В качестве основного блюда молочный козленок с запеченным картофелем и кукурузой. В качестве основного блюда я взял молочный козленок с запеченными овощами и кукурузой. Стоил он 1370 рублей. Давайте его оценим по вкусу. Мясо максимально нежное, имеет приятный вкус, молочный реально. Мне понравилось, по вкусу 10 из 10. В качестве еще одного презента дали вот такой вот красненький, хороший крыжовник. Давайте его оценим. Вкусно, сладкое просто. 9 из 10. Следующий у нас телятина гриб. Я не наелся, поэтому заказать решил еще одну порцию. Телятина гриб с лисичками и зеленой фасоли. Выглядит очень аппетитно. Давайте вот заценим по вкусу. Телятина пахнет вкусно. Хороший кусочек мяса телятины. Заценю отдельно лисичку. Просто и вкусное блюдо. Максимально сбалансировано. Всего хватает. Мне понравилось. 10 из 10. Подведем итог по заведению. Обслуживание на высшем уровне. Блюдо вкусное. Моя оценка заведению 10 из 10. Пишите в комментариях, какую оценку поставили бы вы. Спасибо за просмотр. Всем пока.